Hi guys, welcome back to Junris Vlog at Reaction. For this video reaction, let's go to our favorite country, which is Russia. Bet and spasiba to our Russian friends. How are you all? I hope you are doing well and amazing. And the title of this video that we need to do some reaction for today is Americans about Russian, amazing facts about Russia or the Russian translation. And this is our 12th part of this foreigners' comments about the Russians. Oh my God, I'm so excited because watching and like reading with the comments of the foreigners towards the Russians, it's like amazing and so incredible also because they really amaze how the Russians live and how their ways. And I hope guys you enjoyed watching with this one. I feed it to the owner also with the video to tablet memory. I'll put on the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click on the subscribe button, click on notification bell so that you'll be updated on our future uploads. And if you have some comments and suggestions related to Russian or any Russian videos that you can suggest, drop it in the comment section. I'd love to read and respond to you all and make your video request. So let's get to it, guys. For bet and spasiba, please turn on the subtitles here so that you can have your Russian and English subtitles. Wow, thank you so much for this video. Многих стран по всему миру замечательные и интересные культуры. Культуры, в которых могут быть серьезные различия, но в глубине сердец и душ разных народов мы можем обнаружить то, что они очень похожи на нас. Это люди, которые хотят быть успешными, быть любимыми, хотят защищать окружающих. И здесь, на FTD Facts, я хочу вам сказать, что мы опять рассматриваем культуру и народ России. Привет, ребята, как поживаете? Я Дэвид Флоппл. И добро пожаловать на FTD Facts, канал, на котором мы, ну, знаете ли, исследуем мир, рассматривая разные культуры, народы, страны по всему миру. Я думаю, вы можете сказать, что мы кучка долбанных антропологов. Но здесь, на FTD Facts, мы возвращаемся к России и будем говорить о ней уже в третий раз, потому что вам, ребята, очень понравились первые два видео, и я думаю, что вы хотите услышать еще. И также я очень хочу узнать, что вам больше всего нравится в России. Вам, может быть, нравятся девушки, может быть, еда, но я не знаю, может быть, язык, ну, все дела вот эти. Напишите свое самое любимое. Food also. И здесь на FTD Facts. I really want to try Russian food. Мы говорили о провинциальной России, но здесь в России они. I wish one day that I can try any like sweets or food from Russia. У них 85 федеральных округов. Federal district. Сумасшествие просто. И самый большой округ это Республика Саха, Якутия. Представляете, 3 103 200 километров квадратных. Из этих 85 округов, 3 это города. И Москва имеет самое большое население, что-то около 10 382 754 человек. Но если говорить о Московской области, там проживает около 6,6 миллионов человек. 6.6 миллионов. Если брать всю Россию, всю территорию, то на ней проживает около 184 этнических групп. И в 2008 году исследования показали, что 81% населения это этнические русские. Но как бы там ни было, другие этнические группы, такие как армяне, чеченцы, чуваши, башкиры, украинцы, татары, которые являются самыми значительными меньшинствами, занимают всего 3.9%. И если вы когда-нибудь слышали о художественной гимнастике, то вы должны знать, что really она была изобретена like в России. Это, знаете, такой вид спорта, который объединяет ритмику, художественное искусство и гимнастику. И это все выглядит очень круто. Но существование самой Федерации гимнастики Russia получило свое начало в 1963 году. Sports. И, ребят, знаете, что, возможно, вы видели... Скорее всего, вы видели на строительной технике такие гусеницы, которые используются для того, чтобы техника лучше передвигалась по бездорожью. Но вы вообще знали, что это было русское изобретение? Wow. Вот эти гусеницы на строительной технике. Гусеницы были изобретены Дмитрием Загрявским, который впервые придумал это изобретение в 1837 году. Но, к сожалению, в те времена у него не было средств на то, чтобы создать прототип. И спустя два года он потерял патент. Но раз уж мы перешли к изобретениям, мы должны упомянуть, что пена для пожаротушения была создана русским изобретателем. Его имя Александр Лорн, и он изобрел ее в 1902 году. Он работал учителем в Баку, а в те времена эта территория была одной из самых больших
нефтяных хабов в России. Из-за того, что было много инцидентов, связанных с пожарами и нефтью, он подумал, что должен с этим что-то сделать. Он предложил для пожаротушения использовать пену и преуспел в патентировании ее в 1904 году. И даже создал полноценную систему пожаротушения в том же году. Но есть еще одна вещь, которой я был просто шокирован, когда узнал, что Россия занимает второе место в мире по запасам пресной воды. Совсем недалеко от Бразилии, у России 4508 кубических километров пресной воды. И почему мне показалось это странным? Потому что мне это всегда говорили, что Канада находится на первом месте по запасам пресной воды. Но оказывается, что на первом месте Бразилия, на втором Россия, а вот потом только Канада. И когда я говорю «вода», я имею в виду именно пресную воду. И что есть у России, так это самый большой пресноводный объект, самое большое пресноводное озеро в мире. И это озеро Байкал, и оно огромное. Только в этом озере около 22-23% мировых запасов пресной воды. Около 23 615 квадратных километров. Такое огромное, что если вы даже возьмете Великие озера Канады и Великие озера Соединенных Штатов и соедините их вместе, да, это будет даже не близко по сравнению с той водой, которая находится в этом озере. Еще один интересный факт, что озеро Байкал является самым старым пресноводным озером в мире, ему около 25 миллионов лет. И даже если на первый взгляд кажется, что оно меньше, чем Великие озера, но вы должны понимать, что это самое глубокое в мире озеро. Средняя глубина 744 метра, а самая большая глубина 1642 метра. Это озеро имеет огромное значение, и из-за этого оно очень серьезно защищается от загрязнений и имеет статус мирового наследия с 1996 года. И вот что я еще очень люблю в России, то эта страна является первооткрывателями во многом, что касается космоса. Например, это первая страна, которая отправила космическую станцию в космос. И в целом, причем не сотрудничая ни с Соединенными Штатами, ни с другими странами, Россия запустила в одиночку около 10 космических станций. И первый такой был «Салют-1», запущенный 19 апреля 1971 года. Станция «Мир», запущенная в 1986 году, которая находилась в космосе 5511 дней. А также Россия сотрудничала с Соединенными Штатами и другими странами, и была создана Международная космическая станция в 1998 году. И мы с вами говорили о достижениях, мы говорили о Земле, о территориях, но что насчет искусства? Да, мы все знаем про Disney и Warner Brothers. Это главные компании, выпускающие мультфильмы. И мой вопрос заключался в том, есть ли какое-то подобие Disney в России? У них, наверное, есть такое, да? И анимация — это действительно большая часть российской культуры. И теоретически первым русским аниматором был Александр Ширяев, который создал первую анимацию в 1906 году. И это была одна из элементарных анимаций, в которой куклы-балерин танцевали на сцене. Но поскольку Александр никогда всерьез не распространял свои мультфильмы, из-за этого его подарок миру был неизвестен до того, как он был обнаружен в 1995 году. Но что насчет больших компаний, как Disney? В 1935 году все изменилось, потому что это был первый год Московского кинофестиваля, на который компания Disney была прислана первая короткометражка с Микки Маусом. И, возможно, из-за этого происшествия в России начала развиваться индустрия мультипликации. И мы расскажем вам об одной компании, которую можно сравнить с американским Диснеем. Это Союз Мультфильм, самая большая анимационная студия в России на протяжении советских времен. Она была создана в июне в 1936 году и стала невероятно популярным благодаря созданным мультфильмам для детей. Там работало больше 700 сотрудников и выпускалось примерно по 22-23 мультфильма в год. Но из-за того, что эта компания была привязана к правительству, во время развала Советского Союза, Союз Мультфильм понес огромные потери. Но в 1999 году правительство возобновило финансирование, разделило Союз Мультфильм на две части. Одна, которая защищает и занимается старыми фильмами, а другая занимается созданиями новых фильмов и мультфильмов. И мы с вами обсуждали Россию, действительно завораживающую страну, и я надеюсь, вы узнали о ней немножко больше. Россия — это дом для многих судьбоносных моментов. Не просто нашей коллективной истории, а также это дом для территорий, которые важны для выживания человечества. It is home to wildlife and culture, yes. And the people of Russia have always strived to be the best they can. A country that reminds us that life is a dance of reflection, growth,
Wow. Друзья, спасибо за ваше время. Надеюсь, вам было интересно. Стабильный выход видео продолжится с понедельника. Это связано с моим переездом на новое место жительства. Хочу сказать, что на той неделе кто-то поддержал канал. Дружище, спасибо тебе огромное. Может, напишешь мне в группе ВКонтакте в личку, я тебя лично поблагодарю. Я должен знать своих героев. А если вы на канале впервые и хотите видеть новые интересные видео, переведенные на русский язык, подписывайтесь на канал. Bravo and kudos to Tablet Memory for like making this video. One American comment about Russian, and this guy is very knowledgeable about Russia. He's been telling everything that he gives, like it's broadened my knowledge also, because I didn't know the information. A lot was Russian was given into the world, okay? From the space, from the animations, from the art, from their culture. My God, the dance, the ballet, they are number one in the world. And this is amazing. I enjoyed it so much because this is what I love with Russian, because time to time when I did my reaction, it gives me another knowledge, additional knowledge. It broadened my knowledge. It widened my knowledge also, that time to time I know how the Russian ways are. Imagine this American person making some comments, telling you the story, how Russian good and how they are very like famous and known in those early times up until now, and they continue to grow. Wow, this is fantastic. I love this video like this one, and I hope guys you enjoyed watching with this one and you learned something about it also. And if you really want to see the full video and connect with the owner of the video, I'll put in the description box below. If you like this video guys, same as I did, just give a massive thumbs up, like and share and subscribe also with my channel. And this is Junris Vlogadag React saying stay humble, stay positive guys. If you want to connect, my social media account is in here. Thank you so much, and privet and spasiba to our Russian friends. Have a good day everyone. Bye bye and stay safe po. Mabuhay tayong lahat. God bless po.